когда мне попросили сделать оформление книги, собственно говоря, даже я не знаю, как это назвать, книга это или, или памятник расстрелянных в Катыни, то как-то у меня не было сомнений, что там надо как-то отказаться или как-то подумать, потому что когда ты слышал только об этом событии, это одно впечатление. Когда ты видишь польское издание, когда ты видишь объем этих имен, это количество, когда ты видишь эти маленькие фотографии, эти лица, то у тебя меняется ощущение от масштаба, от какого-то, ну, я не знаю, тут трудно подобрать слова, которые могут быть адекватны тому, что произошло. И как бы тут нет вопроса, делать эту книгу или не делать. Мне показалось, что то, что книгу хотят издать на то, чтобы собрать деньги для этого, для печати этой книги, в этом есть какая-то, мне кажется, очень такая почти евангельская история, когда по несколько монеток, неважно, сколько ты как бы вложил в это, но ты вот эту маленькую частичку, как бы как некую свою привязанность к тому, что произошло, а ты ее даешь на издание этой книги. И вот такая вот, мне кажется, не в сумме дела, сколько ты положил в эту копилку, а в жесте, в том твоем сердечном расположении, которое ты имеешь к этому событию. Вот мне кажется, что вот это очень важно, потому что на самом деле история почему-то как-то все время повторяется, и мы опять в каком-то в таком жестком обиженном состоянии находимся по отношению ко всему миру. И мне кажется, что это вот такое заблуждение, которое нужно преодолевать только любовью, только тем, что ты участвуешь вот в такой памяти невероятного количества людей, которых были просто расстреляны, все. Просто расстреляли и все. Этот момент, то, что там работают отбойные молотки за окном. По-моему, этот рефрен, который, если вы услышите, он очень какой-то реален. Они могут заработать в любой момент. И не отбойные молотки, а что-то такое посерьезней. Поэтому давайте будем помнить о том, что произошло.